Всех витаю, дорогие мои друзья! Сегодня моя сестра Галя покажет вам рецепт рыбного пирога. Добрый день, дорогие зрители! Любины сестры! Всех витаю, дорогие мои друзья! Сегодня моя сестра Галя покажет вам рецепт рыбного пирога. Кролики-то уже никак не можно остановиться. Так, давай, попробуем. Так, тихо. Всех витаю, дорогие мои друзья. Сегодня моя сестра Галя покажет вам рецепт рыбного пирога. Добрый день. Вот, видишь, не могу сказать. Сегодня у нас на канале моя сестра Галя, которая вам покажет рецепт рыбного пирога. Галя! Ну, Галя! Ну, я уже не могу никак, подожди, успокойся с этим. Добрый. Дай вы смеете. Все уже. Ну, будь серьезно. Да я попью водички, но уже что-то никак не могу остановиться. Ну, значит. Сама серьезность пришла. Так, все. Всех витаю, дорогие мои друзья. Сегодня у нас на канале моя сестра Галя, и она вам покажет рецепт рыбного пирога. Добрый день, зрители канала «Любовь Киев». Не столько рыбная, сколько из икры. Я вам помню, ну, рыбный, но это из икры. А, у нас будет второй пирог. Сладкий. Сладкий. То Юля же попросила вишневый, то это был компот, мы выловили оттуда два вишни, вот, и теперь выбрали косточки. Выбрали косточки, Тамара помогла, и теперь вот так вот с сахаром. Там, правда, сока будет много, но ничего, мы сок будем оставлять. Ах, вишню захотелось. Это вот у нас уже будет сладкий пирог, Юля захотела. Теперь... начинка. Видите, сколько? Беру сок. Но пока стоял, уже сок появился. Не страшно, если останется чуть больше сока. Потому что я сейчас буду добавлять сюда крахмал. Ну, где-то, получается, ложка две, наверное, я добавила. Вот, две ложки. Вместо одного рецепта у нас получилось два рецепта, благодаря Юле. Каких рецепта? А, ты имеешь в виду два пирога? Да. Ясно. Что сладкий. Показываем и сладкий такой? Да. Понятно. Это бонус для зрителей. Да, это получается бонус для зрителей. Но я еще добавлю. Ой, я, пусть будет киселем. Так, теперь, может быть, давай еще сахара добавим побольше. Бо у нас могло с соком уйти. Юля у нас любит очень сладкое, да. Так вот, мы распределим. Что-то мы сахар положили грудкой. Сделаем, ничего страшного. Что-то у нас получилось маловато. Ну, мы сейчас отрежем, значит, часть. Вот так. Не страшно. У нас будет вот так. Значит, мы сделаем часть пирога. Отрежем. Нам не надо будет раскатывать вторую часть. Это у меня останется на утро. Вот и все. Мы сейчас... Опа! Какие мы молодцы. Все. Все у нас быстро получается. Ну вот и все. Хотим большой пирог, да. Хотим маленький пирог. Это у нас угол, пусть он так и сохранится. Мы сейчас отрежем все. Это у нас лишнее уже. Так, и здесь у нас уже лишнее. Все, пирог готов. А сюда сейчас я сделаю, как мы любим делать. Так, вот и все. У нас получился пирог.
многовато всякого. А вот из этого остатка теста, оно у нас тоже чуть получилось сладким. Сделаем булочки, Люба. Угу. Как у меня быстро все, да? Сразу несколько разновидностей, да? Да, у нас сразу. Тебе и булочки, тебе и пироги. А лишь бы тесто было. Так, сейчас я вам покажу один такой, как я делаю булочки эти. Так, где у меня... Ах, ты его забрала, Тома, да? Чего? Ничего, все, не надо. Давай я принесу. Муку, не надо, уже все. Вот смотрите. Сделала такой жгутик. И так, раз. И в эту дырочку. Жгутик. Вот и все. Следующий. Делай жгутик. Быстро. И вот так вот. Теперь держим руками. Раз. И вот в эту дырочку жгутик. Раз. И все. Еще раз. Галя может вот вам разным будет. Видами, да. Показываю. Можно и детей так научить. Раз. Вот дырочка. Я говорю, это просто муки маловато. Так нормально. Ух ты, как у меня тесто разлетается. И что, она поднимется, будет ровно. Всех витаю, дорогие мои друзья. Мы сегодня уезжаем уже в Киев. Да. Везет нас Миша. Да, перед отъездом последнее приготовление. Да, 45 минут нам дали. Да, сейчас Света придет с работы и поедем. Нет, мы думали позднее, не, мы за Светой будем ехать. А, это мы, даже Света пообедать не успеет, что ли? С той стороны что-то темновато. О, вот это другое дело, Тамара, отсюда снимать с посетлей. Да, вот сказали 45 минут. Карачай вот заварили. Да. Карачай. И сейчас приготовила Галя пирог. Будем есть рыбный пирог. Этот у меня быстрее испечется. Потому что здесь без икры. Вот, пожалуйста. Вот Вася еще. Вася, доброе утро. Всем привет. Мы уезжаем. Миша сегодня нас везет. Миша, еще будем показывать. А Маша уже захотел. Я тебе даю. Бабуля вкусно всегда готовит, да, Юля? Но пирог вообще вкуснейший. Юля ждет вишневый. Да, Юлечка? Да. Вишневый какой получился. Обалденно. А запахи? А вот Люба плюшки. Плюшки? А ну покажи. А, какие. Какие плюшки, да, без ничего. Ну, красивые. Плюшки, не плюшки, это булочки. И вкусно. Булочки, да. Вкуснющие. Вот, Гуся уже начала кушать. Ага. Гуся, я глянула, что ты пока крошка. А я забыла тебе сказать, Люба. Пожалуйста. В сладком пироге я смазываю сиропом, то есть таким густым разбавляю кипяток с сахаром. Вот, и смазываю. То есть не маслом сливочным, а этим сиропом, да? Сиропом, да. Баба Люба. Сиропом смазываю. Пирог нашей. Ну и как ей нравится твои гуси пирог? Угу. Вот, Люба, густой сироп. Ага, что ж ты не показала? Просто водичку и с сахаром. Я вначале сахар туда ложу и чуть-чуть заливаю водичкой, перемешиваю и все. И этим сиропом смазываю вверх. Угу. Вася мне сабельник дает с собой. Побеги сабельника, собранные на Волыни. Угу. Для лечения различных болей в суставах. Угу. Остеохондроза, остеохондрит и всякое. Какой красивый у тебя костюм. И так далее. Интересно. Они обычно. Сейчас сюда нальем водочки. И пусть стоит. Пусть Тамара по 20 грамм в день пьет. По 20 капель или по 20 грамм? Я прописываю по 20 грамм. Это столовая ложка. Да, столовая ложка водки. Водки. Ну вот это, не будем говорить слово водка, будем говорить слово настойка. Вон Тамара у нас будет, Тамара, теперь все скажут, Тамара значит пьет. Ну пусть.
Я пью. Лекарство. Чего? Самогон? Так, надо сказать, от чего? Самогон пью. Сабель читай в интернете. Вася вот дает мне. Говорит, делай профилактику. От суставов. Темное место пусть постоит. Чтобы не было остеха этого. Как его? Боли, остеохондрозы всякие. Остеохондрозы, боли. Остеохондроз у меня есть. А у кого его нет? Да, вот ну, в нашем возрасте у кого его нет? Не стерпимо, но я чувствую, ну, что начинаю. Остеохондроза. Вот, Вася мне наказывает, чтобы пила. Лечилась. Пусть бьет. Я попросила у Васи, чтобы он мне тоже сабельник дал, своему однокласснику. Он тоже говорит, что у него такие же проблемы, как у Тамары. Если у него сердце, то ему на спирту нельзя. Да? Амиров Русик. А может растирать будет? Можно. Русик, тебе привет. Руслан, тебе привет. То я привыкла в школе с ним. Рустик. А, все видели, кстати, его в Москве же. Рустика. Да, с Русланом знакомы все. О, я только залила. Ничего, сейчас все. Да, мы уже оделись, а ты чего? Нет? Юля остается, тогда мы едем. Ну, Галя, забирай ее тогда, мы поехали. Да? Давай, ты собралась, нет? Уже. Покажи свой костюмчик. А что, а здесь что нарисовано? А слоник нарисован. Это бутылочка, море, ага. Повязки, облачки. Отлично, все, бегом, мама ждет нас, давай. Да, красота. Папа тебя одел, просто супер. Такие красивые были брючки другие. Ну, папа вот подобрал красивый цвет. Давай, все, бежим. Все, мы пошли в машине, вас ждем, Юль, давай. Какие интернет есть или нет? Есть. Ну вот пусть читают тоже. А, тоже передашь, да? Хорошо. Давай. Все? Собрались вы уже? Да, пока-пока. Давай. Вон они уже все собрались. Давай, Тём. Сейчас я оденусь, еще тоже вас провожу. Да не ходи бы ты. Да, провожу я вас. Да холодно на улице. А Вася вообще в одной футболке. Вася, тебе не холодно? Какие холодно, весна. Ага. Вот все спрашивают, кстати. Это один дом, это Вася с Галей. Нет, видите, наполовину. Миша он упаковывает. Миша любитель аккуратности. Все упаковывает аккуратно. Аккуратно. Куда Юля побежит? Да. Галя, сколько квадратов ваш дом? Ой, я не знаю. 200 с чем-то. Кто сказал, что 200 с чем-то? А ты же говорила, нет? Нет, я 100 с чем-то, 160 чи 140. А, ну так. 100 с чем-то, короче. Вот половина, видите, вот до трубы. Вот это первый этаж, второй этаж. И третий так чердачный. А следующий это сосед. Только они с другой стороны. То есть это вообще отдельный вход, отдельные дома только одной стенкой соединены. Вот такой дом. И участки. Да, и участки отдельно, видите, вот. На два входа. На два входа дом. Все, едем. Да. Держи, я и забыла. Все, Вася, давай, пока. Давай, Тём. Давай. Ну, ждем вас. Вас ждем. Не знаю, когда, но... Ай, грустно, когда ждем. Уезжать. А когда встречаешь. Да. Все, багажник, ничего лишнего не надо. Да не, вроде все. Едем за Светой. Юля, с того боку иду. Юлик, у тебя место свое. Королевское. У нее же есть свое кресло. Королевское место. Занимай. О, а что бы ты ведь вышел? Уся очень любит танцевать, не может вставать, она любительница танцевать. Вот, подъезжаем к Свете на работу. Здесь Света работает. Угу. Тут я в машине. Не будешь выходить? А мне интересно все. Так иди себе. Я, наверное, пойду. Так иди себе.
тебе. А я здесь посижу. Хорошо. О, привет. Привет. Здравствуйте. Добрый день. Леся с ним тоже. Привет. Привет. Как дела? Вся, дела? Вся в работе. О, покажи, какой инструмент. А ну покажи. А ой, какая. Ага. Вещь. Выпускать надо лося, очень. И можно противать. А ну да, покажи. Лося, у тебя инструмент. Ого. Это что, кудри делают? Ну, уменьшает объем, да, и кудряшки есть такие. Мягкие. Чудовый день, чудовый настрой. Чекаем весну. Все, привет всем. Привет, привет. Да. Ой, все, едем. Юль, мне надо видео снять, понимаешь? А то у меня музыка блокирует YouTube. Ой, это был шапочник. А что ты джинсы инши вдягнула? Штаны твои. Ну, штаны там лежат. А ты что, решила не вдягать ті штани? А чому? Я цікаві. Ну ладно. Гарні, ці розовенькі. Просто хочу бати світі показати. А, ну, звісно. Це святе діло, баба Свята. Да. Все, ми їдемо, їдемо, їдемо. Далекі края. Края. Хороші сусіди, хороші друзі. Тра-та-та, тра-та-та, ми везем з собою кота, чижика, собаку, Петьку, забіячку, обезьяну, попугая. Вот компанія какая, вот компанія какая. Ку-ку! Солнышко світило, ветер завивав, пути прекрасно було, і кожен напівав. Тра-та-та, тра-та-та, мы берем с собой кота. Чиж, я что-то не помещаюсь. Петька, обезьяна, попугая, вот компания какая. Вот компания какая. Ту-ту! Все, теперь до Киева. Нахлопнула дверь я Миши. Так, мы приехали на заправку. Приехали на заправку. Как всегда, заправимся. Снег идет. Юля, прикрой рот, а то снег. Ты специально снежинки ловишь, да? Ты же недавно болела. Тихо, Юля, Юля, тихо. Привет. Сейчас определяюсь. Почему-то не продают алкоголь. По техническим причинам алкогольные напитки не реализуются. Извините. Все, люди остались без алкоголя. Мне нравится в этой заправке, что здесь огромный-огромный туалет. Такой вот. Ребенка можно здесь пеленать. Здесь такие африканские мотивы. Что ты ждешь? Я жду жилетки. А, жилетки. А, жилетки взял. Акула. Что ты пьешь? Латте. Латте. А я капучино. А покажи круассанчик еще шоколадный. Сироп будешь брать? Какой? Это с чем? Это у нас
Это кленовый сироп. Это ванила. Так, и банан. Это два капучино? Это один американо, один капучино. А, такой. Чай, молоко. Где американо? Вот американо твое, это мое капучино. Не, сироп. И пироги поели. Ага, мы ж пирогов наелись. Пирога. А я свой пирог. Круассан. Круассанчик шоколадный. Хорош уже сидеть, пошли уже. Угу. А, ну как же без малинки? Малинки, малинки.